Министр культуры. Но для них нужен какой-то там грязное бельишко. Я трусы сейчас сниму. Видим, как все красиво сейчас у нас. Это на самом деле все фигня. Футбольного клуба «Звезд эстрады и кино Украины» ФК «Маэстро». Давайте, пошли, ребят. Ничего себе. Здрасте. Мене звати Фозі, я хочу вам сказати, що українські артисти можуть о 8 ранку прокинутися тільки заради грошей або заради футболу. Є ще третя ситуація, коли футбол за гроші, але це не сьогодні. Здрасте, діти. Здрастуйте. Качу. Ты куда начинаешь меня попарить, батю? Влад Сотников. Продюсер футбольного клуба «Звезд эстрады и кино Украины» ФК «Маэстро». Тренировка у нас будет не постановочная такая, тренировка без купюр. Мы где-то нам было, по-моему, 6-летие. Мы сделали рассылку по масс-медиа, отмечали свой день рождения. Канал не буду называть какой, но я говорю, так и так, будет много артистов, приходите. Они говорят, да не, ну, говорят, опять вот артисты, опять неинтересно. Для них нужен какой-то там грязное бельишко, там какие-то там. Поэтому мы сегодня отдадим немножко грязь. Это мои. Я трусы сейчас сниму. Видим, как все красиво сейчас у нас. Готовимся, мы так понимаю, серьезно к турниру. Вместе с футбол-хабом ребята сделают красивую программу, мы сделаем. Где наши блогеры? Их нет. Ну, у Марыныча только 2 миллиона. Добрый день, я Эдуард Сахместрук. Главный тренер ФК «Маэстро». Как стал, даже сам не знаю, потому что все так случайно и неожиданно. Ну, потихоньку уже вот год прошел. Тренируемся. Директор новатор, артистик. Не, ну не без этого. Чуть другая как бы деятельность, не футбольная у людей, поэтому все обижаются, все творческие. Ну как-то находим вообще язык, тренируемся потихоньку. Я играю в группе «Танок» на Майдані Конго кілька років. І граю в футбол. Я в футбольному клубі «Маестро» з першого дня. І на першій грі чомусь наш тренер Василь Ярославович Кардаш дав мені капітанську пов'язку. Або не він, або не мені. Ну, хтось дав. Хтось мені дав, і так сталося, що ми виграли. І після того я залишився капітаном. Опоздал из-за этого? 20 минут там простоял. 20, значит, 20 отжиманий. Юрий. Ну, правила, есть правила. — 21 вообще. — 21? — Да. Это один запасной. — Это ты в сантиметрах или что отжимаешься? — Это было 2 плюс 2. Возьмите, ворота эти на всіх тренуваннях я ніколи не граю разом з братом. Ніколи. Нас завжди розкидують праздні команди, тому що ми завжди граємо тільки вдвох. Це спецом? Ну, так, да, щоб ми не заігрувалися. Давали ще комусь пограти. Димон, а ти не ударишся головою перекладиною, ні? Скільки лет грали? Я не так стану більше. Тут уже. У нас так обычно. Это кто? Фос впереди. Я хочу в центре, хочу по. Нет, давайте без хочу. О, начинается. Имени да. Сегодня хотя бы один раз в году. Да, давай. Кайчик, это на Новый год. Буду выигрывать. Под нападающий. We'll be right back.
Нормально. Главное, что не сломали. Всіх вітаю. Я Євген Нещук, двічі екс-міністр культури, народний артист України, але то насправді все фігня. Насправді ми тут всі великі футболісти, які колись в дитинстві починали, мріяли, в кожного по-різному склалося, пішли в артистичну сферу. А як відомо, що артисти, вони можуть все. Ми готуємося і до турнірів, і до міжнародного виступу. І найголовніше, що ми раді тут одне одного бачити. Кожен ділиться якимись своїми останніми напрацюваннями. Хтось пісню написав, хтось музику написав, хтось класний блог запустив, хтось нову роль зробив. І це насправді дуже важливо, тому така є взаємодопомога і, ну, і просто неймовірний азарт тут на полі. Телега, видишь, что творит? В одно касание, министр один, вперед, дай в разрез, надо между кинуть, понимаешь? Мы же хотим, мы же артисты, нам надо именно между ног, красиво, камеры снимают. А как никто не выиграл, никто не проиграл, делаем все вместе. Я очень крутой! Скорость, финалисты лиги, чемпионы! Любчик, когда ты еще хуй? Что там? Чтоб вам Николай за это попался какой-нибудь вереску на обзор. А я в эту неделю не иду. Все нормально. Спасибо. Спасибо. Давайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, лимончик, все дела. Матюки, сьогодні було 10% все ж таки камери. А хто вас сюди пустив? Тому що в нас ці запроданці, як побачили камери, почали показувати, що вони майстри спорту, а не масовики-затійники. І футбол перетворився, чим більше поле, тим думка менша в нас. Тому не приходьте більше сюди. Якщо знімаєте, то там десь під дахом так затаїться, щоб команда не знала, не бачила. Всі так, от зараз подивитесь, Динамо Ю-21 перед камерами почне розтягуватись, бігати. Це рефлекс. Кошки в березні їбуться, футболісти продаються. Дякую.